Беларусьбанк сегодня открыл первый в стране ипотечный офис. Новый формат услуг доступен клиентам в Минске на улице Мясникова. В ипотечном офисе будут сопровождаться все операции по приобретению недвижимости, начиная от подбора вариантов жилого помещения и до заключения права собственности. А особенность в том, что здесь же можно будет получить консультацию компании-партнеров банка. На площадке данного офиса будут находиться всегда сотрудники наших партнеров. Это застройщиков, это риэлторов, это нотариусов и, безусловно, регистраторов. У нас уже реализован проект с самым крупным частным застройщиком на территории города Минска. И сделан кредитный продукт «Ипотека с нами» с очень интересными для клиентов условиями. У застройщиков много, кредитные продукты разные, условия тоже разные, да и конкуренция у банков присутствует. Поэтому, конечно, надеюсь, что вот в таком красивом формате возможно будет успешно реализовать то, что задумали в нашей семье. Беларусьбанк, напомним, еще в конце прошлого года начал кредитовать покупку недвижимости под залог этого жилья. Фактически это и есть ипотека. Новый инструмент, уверенный в банке, будет очень востребован. В первые месяцы работы ипотечного офиса тут ожидается до 1500 клиентов ежедневно.